Ничего, ничего. Чё-то я как-то за 3 года так и не привык. Меня успокаивает. Нервничаешь? Нет. Ну и все-таки. Да не пойму, почему Наталья вдруг решила всех собрать. Ну ты даешь. Если день рождения твоего отца, это не повод. Ты же сам знаешь, никаких застолий, никогда ничего она не устраивала. Ты ее мамой никогда не называла? Нет, никогда. Потерпи еще немного, ладно? Нина, лови! Привет. А где папа? В саду, где ж еще? Что это такое? Кеш, можем посмотреть? Это новомодный распылитель. По борьбе с лёй и прочей нечистью. Нинок на какой-то садовой выставке высмотрела. Ну и зря высмотрела. Почему это зря? Привет. Привет. Привет родственникам. Давайте поговорим, пока Ивана нет. Нина! Кеш! Кеша! Ну, я же сказал, я на все согласен. Что еще? Ну, подойди, семья мы или нет? Да уж, семья. Что-то случилось? Нина, я лечу! Ну, в общем, так. Дома в нашем переулке будут сносить. И за это предлагают приличную денежную компенсацию. Нина, ну смотри же! А сад? Землю выкупают. Вместе с компенсацией это очень хорошие деньги. Нам всем хватит отсюда разъехаться. Нужно согласие всех членов семьи. А отец что? Так, а вот поэтому мы и собрались. Нет, ну не только поэтому, конечно, но для этого тоже. И, в общем... Нин, ты должна убедить отца. У нас больше такого шанса не будет. Ну, я так понимаю, мое мнение вам не интересно. А об отце вы подумали? Как он без этого сада? Как он без этого дома? Да ему этот сад уже в тягость. У него сердце стало прихватывать, а тут такая нагрузка. Пусть родители поживут как люди. В квартире, с удобствами. А с сердцем что у него? Да, беспокоит боли в груди. К врачу не хочет обращаться. Правда, Кеш? Угу, правда. Нин, ты должна нам помочь. Отцу помочь.
я знала, что этим закончится, вообще не надо было начинать этот разговор. Все, мама, успокойся. Ну я, как я могу успокоиться? Я ей говорю о семье, она мне говорит об отце. А наша семья — это не только твой отец, Глеб, это все мы. Ну скажи ей. Не, ну я здесь при чем? Нет, ты знаешь. Нет. Ну не упрямься, ну поговори с ним. Все равно придется подписывать, дети. Прошу всех к столу. Девочка моя. Как хорошо, что ты приехала. Бабка. Как хорошо. С днем рождения. Спасибо. Это вам. Спасибо. Знаете, это так замечательно, что мы сегодня все собрались вместе. Признайтесь, о чем вы там шептались? Пап, Нина хочет сказать тебе кое-что очень важное. Новости? Я слушаю. Спасибо. Да, пап, новости. Маша в Москву переезжает в свою собственную квартиру. Замечательно. А почему у тебя такое лицо, как будто что-то случилось? Еще Кеша ответ получил из Лондона, и он будет теперь в колледже учиться. Отлично. Одна новость лучше другой. Вот. И еще распылитель тебе купили на выставке. Новомодный. Да. От Тли. Замечательно. Выпьем? Нет, ну ты продолжай, у тебя хорошо получается. Знаете, вот этот сидр... Так. Лучший в наших краях, потому что он настоящий. Только еще. Сейчас мало кто его умеет делать. Знаете, Глеб? Да. Рецепт этот мне достался еще от деда Михаила. Я помню, мне лет 15 было, мы вот так же сидели за столом в праздник какой-то. Дед налил мне немного сидра. И говорит, запомни вкус. Запомни вкус, чтобы когда меня не будет, ты знал, какое вино из наших яблок должно получаться. Тут важно, чтобы яблоки... Были сладкие. Были сладкие. Очень сладкие яблоки. А при наших погодах далеко не всегда это получается. Да и за яблонями нужен особый уход. Аня, почему у тебя всегда так? Сначала сад, потом опять сад. Ну уж на третьем месте семья. Иронизируешь? Констатирую. Ну ладно, ладно. Главное, что мы сегодня все вместе. Для меня это лучший подарок. Если бы можно было, я хотел бы остановить это мгновение. Нет, ничего невозможно. Сейчас остановим. Ну-ка, давайте кучнее, кучнее. 5 фото. Наташа. Так. Так, 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 так. Улыбаемся. Превосходно. А теперь давайте выпьем, выпьем. Да, пап, есть еще одна новость. Да? Вы теперь с Натальей будете жить в своей собственной отдельной квартире со всеми удобствами. Наш дом сносится тоже, но нам дадут приличную денежную компенсацию. Да, пап, не волнуйся. Мы посчитали, нам всем на все хватит. Подожди, я не понял. Как сносит? Так будет лучше, Вань. Для всех. Ты тоже так считаешь? А где Даня? Даня! 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 Пап! Пап!
А что хотят построить на месте моего сада? Не знаю. Загородный клуб какой-то. С бассейном, полями для гольфа. А много времени нужно для того, чтобы научиться играть в гольф? Не думаю. А для того, чтобы вывести этот сорт яблок, человеку понадобилось 200 лет. Пап, послушай. 4 поколения жили в нашем доме. Он 2 войны пережил, а тут... Ну, хочешь, не соглашайся. Все равно без твоей подписи никто ничего продать не может. А дело не во мне. Дело в вас. А впрочем, какой садовник, такой у него и сад. Папочка, давай вернемся к столу, все вместе, все обсудим. Нехорошо так. Нехорошо. Это не то слово, Нина. Иди к столу. Котлеты стынут. Даня! Даня! Почему ты не отзываешься, а? На, одень. Сюда нельзя. Это почему же? Можно, только матросам. А я мама матроса, значит, мне можно. Куда плывем? К папе. На кораблях ходят, а не плавают, мой юный друг. А вы, леди, если в Москву хотите, собирайтесь. Мы уже уезжаем. Ты же обещал не уезжать. А ты мне обещал не убегать. Все, не кисни. Вот купим большую квартиру, заживем с тобой, как короли. Ну, или как матросы. А папа к нам приедет? Приедет, но чуть позже. Он же сейчас в Австралии, вот у него контракт кончится и... Ну, ладно, поехали. Давай руку. Давай, беги. С Ниной попрощайся. У нас остановишься. Ну, если ты не против. А для чего еще нужны родственники, а? А есть, хочу сказать вам, хочется. Грустишь о несъеденном оливье? Не грущу, а тоскую. Голод — это не шутка, а серьезная потребность моего организма. Нин, не кори себя, ты все правильно сделала. Он тебе еще потом спасибо скажет. Не думаю. Послушай, это нормально, когда родители дают детям в этой жизни хоть какой-то старт. И любой нормальный отец это должен понимать. Правильно. Квартиры разменивать, чтобы дети могли свою семью построить. Мы что, должны всю жизнь сидеть его саду яблоки собирать? Вот ты почему-то не захотела, уехала. Ну, конечно, им трудно принять, что их имущество принадлежит не только им лично, но и детям. Дедушка, а сколько лет деревья живут? О, ну вот, смотря какие деревья. А главное, как за ними ухаживать. Понял? Вот это. Ну, это яблоньки лет... Это яблоньки лет почти 26. Я ее посадил, когда у нас Нина родилась.
А эту яблоньку я посадил, когда у нас Кеша родился. А это? Да, Даня, это твое деревце. А эту красавицу мой дедушка посадил, когда я родился. Даня, бабушку позови. Скажи ей, что я здесь, ладно? Ладно. Привет, а вот и я, как всегда вовремя. Служба спасения. Шутишь, значит, выздоравливаешь. А это значит, и подкрепиться пригодится. Стихи экспромт, специально для тебя, всю ночь писал. Спасибо. Ты принес мой мобильный? Нет. Ты знаешь, какая починка серьезная, там все маленькую какую-то детальку ждут. Глеб. Хватит комедию ломать, что происходит? А что происходит? Меня здесь третий день держит. Если бы это был банальный это обморок. Был банальный обморок. Ну, какой-то, ну, хоть предварительный диагноз. Нет. Нет никакого предварительного диагноза. Я тебе уже 100 раз говорю. Это немного всех озадачивает, но мы ждем последний снимок. И домой. Ну, все, пока. Я тебе не верю. Но зря. В нашем безумном мире вера – это спасательный круг. Оставь ты свой дурацкий офисный юмор. В нашем безумном мире юмор – это тоже спасательный круг. Кстати, насчет офиса. Все передают тебе большущий привет. Ну все. Не волнуйся. Пока. Хрестоматийный, хотя и редкий. Вот полюбуйтесь. Гипертрофическая кардиомиопатия. Понятно? Угу. Гипертрофия межжелудочковой перегородки. Правильно. Только непонятно, как она еще живет с таким сердцем. Но если пересадка... Неэффективно. Ну так что, нельзя ничего сделать? Нет, почему? Можно. Написать завещание, исповедаться. Но это уже, увы, не в нашей с вами компетенции. Я тут поинтересовался ее наследственностью. И что? Ее мама не болела сердечными заболеваниями, а вот ее отец скончался несколько дней назад от инфаркта, так что... Ей сообщили? Нет, ей не говорили, чтобы не волновать. Ну, пока снимок не был готов. Да, теперь снимок готов, и ей тем более нельзя говорить. И что предлагаете делать? Надо мужу сказать. Не надо. Сколько мне осталось? Год, полгода. Вы можете умереть в любой момент. А произойдет это сегодня или через пару месяцев, это вам не скажет никто. Спасибо. Послушайте, Нина. Выпишите меня. Так, а...
пора с этим завязывать. Каждый раз ты это говоришь. Я вот куплю квартиру и больше не буду здесь останавливаться. Я буду приходить к тебе. А тебя мой муж не пустит. Какой еще муж? Нормальный. Верный. Ты кофту мою серую не видел? Нет, послушай, я... Ты кофту мою серую такую не видел? Нет. Нина, а почему ты не в больнице? Что, что-то случилось? Вот кофта. Нина. Выписали. Как-то выписали. А снимок? Кстати, снимок. Пришли мне, пожалуйста, фотографию отца с дня рождения. Конечно. Нин, подожди. Когда похоронили? 2 дня назад. Он был в здании в саду. Тут такое было, ты представить себе не можешь. Ты в больнице, а тут похороны. Врачи запретили тебе говорить. Мой телефон. Быстро починили. Нин! Добрый день, Петр Алексеевич. Как вы себя чувствуете? Когда на работу выйдете? Алло. Я не выйду. Ниночка, это шутка, надеюсь? Нет. Что значит не выйдете? Что-то случилось? У нас, во-первых, дедлайн, у нас вся работа стоит. Нина, взрослые люди так себя не ведут. В конце концов, это ваш проект. Вы слышите меня? Мне это не интересно больше. Что вы себе позволяете, Лина? Мне это интересно, я вас не отпускаю. Вы по закону обязаны отработать еще 2 недели. Вы меня хорошо слышите, Лина? Алло? У меня нет этих 2 недель. Thank you.
Кеш, собери это все. Ну, чего ты копаешься? Вот это бери. Вот это бери. Нина, ты даже не представляешь себе. Я хотела тебе позвонить, но Глеб запретил. Врачи сказали, что... Все нормально. А мы тебя не ждали? Вот, видишь, готовимся к переезду, столько вещей. Я должна что-то делать, чем-то себя занять. О, привет, сестер. А комната отца? Ну, это, до нее еще не добрались. Ты надолго? Нет. Месяц-два. То есть? А мы переезжаем через неделю? Мопед возьму? Конечно, бери. Вон ключи лежат. Подожди, а работа? А Глеб? Порядок. А что, в больнице? Выписали. Ты куда? К папе. Это брюнетка рядом с очкариком. Хозяйка одного клуба. Привет, Глебушка. Привет. Шикарно выглядишь. Здравствуйте. Поговорим позже. Иди ты к черту, дадутый идиот. Кто это? Это... Не знала, что у тебя столько влиятельных знакомых. Ну, что поделать. В рекламе работаем. Нина приехала к маме. Что будешь делать? А ты? Я хочу найти алкоголь. Давай напьемся до безобразия. Отличная идея. Тогда вперед. Нам туда. Иди я сейчас. Хорошо. Игорь. Привет. Как дела? Вот студию открыл. Поздравляю. Спасибо. Слушай, а ты не будешь случайно проездом в Австралии? Даже не планирую, что? Просто я одному маленькому мальчику сказала, что у него папа в Австралии. Послушай, мы же с тобой все решили, да? Это было твое решение. Я тебе сразу сказал, что семья, дети — это не мое, да?
Я был честен с тобой? Конечно. А кто спорит? Я рад, что ты не споришь. А я рада, что ты рад. А я рад, что ты рада. Видишь, мы оба рады. Ты дурья, что ли? Прости, я такая неловкая. Это кто? Так, один, проездом. Взял несколько лет назад мне маленького мальчика, а теперь не хочет его знать. Это что, отец Дань, да? Похож. Да какой он отец? Это донор спермы. Не кричи. Не могла тебе это по телефону сказать, а... Здравствуй. Я вечера ждать не хочу. Нин, я все знаю. Что узнать? Все? Откуда? Не Маша звонила. Послушай. Ну, в жизни всякое может случиться. На Машку не обижайся. Шлопутная она. Не головой думает, другим местом. Но для тебя сейчас самое важное – сохранить семью. Согласна? Да? Ну вот и хорошо. Я переговорила с Глебом. Он очень переживает. Он скоро за тобой приедет. Ну вот и умничек. Я не вернусь в Москву. Что? Я в Москву не вернусь. А что ты собираешься делать? Здесь останусь. Где здесь? Ты забыла? Мы же все продаем, дом сносят. Я не хочу продавать дом. Что значит не хочу? С ума сошла? Я уже задаток взяла. Я не знаю, как объяснить. Наталья Сергеевна, мне кажется, это неправильно. Значит так, Нина. От этого дома сейчас зависит будущее. Мое, Машкино, Данечкино, Кешино. Ты хочешь взять и все разрушить. Да не хочу я. Чего разрушить? Это вы хотите. А я, может быть, наоборот, хочу сохранить дом, сад, семью. А, о семье заговорила? Я тебе кое-что напомню. Вот когда в 93-м году твой отец остался без работы, кто вас всех тянул? Я. Вот здесь вот в две смены вкалывала. В жару, в мороз. Думала, ничего, пусть тяжело. Пусть муж не может содержать семью, пусть возится со своим садом. Но у нас дети. О каких детях вы говорите? Что? Как у тебя язык-то поворачивается? Я что, по-твоему, о тебе не заботилась? Это ты меня матери не считала? Наталья Сергеевна, Наталья Сергеевна! А вы для меня все были одинаковыми, родными. Но вы же даже не посоветовались. Все сами решили, без меня и без отца. Между прочим, этот дом еще его прадед строил. Ах, вот оно в чем дело. Ты свою долю от продажи хочешь. Да вы меня прям не слышите. Нет, ну я не понимаю. У тебя муж, у тебя хорошая работа, у тебя квартира в Москве. Далась вам эта квартира. В Москву не вернусь. Но и здесь тебе тоже делать нечего. Давай. Продолжай дело своего папочки. Тот из меня всю жизнь
кровь пил, теперь ты и будешь. Девушка, я бы попросил экспоната руками не трогать. Здесь музей теперь. Тише, леди. Вас могут услышать. Кто? Призраки прошлого. И в честь чего теперь здесь музей? В честь ускользающей юности. Часто бываете здесь? Время от времени. Один. Один. Но если только какой-нибудь мимолетный ангел не коснется меня своим крылом. Володька. Нина. А я иду по улице и вижу знакомый силуэт. Думаю, ты это или не ты? Ну, конечно, я. Эй, вы! А ну, слезайте оттуда! Я кому сказал? Здесь, правда, стража есть? Ну, конечно. Слезайте! 5 лет прошло. Слушай, давай от него убежим. Стоять! Я кому сказал? Стоять! Тих место! Тих! Мобильный телефон! Ой, а мой ему не подошел. Но подошло кольцо. Обручальное? Ага. Ну, пойдем? Пойдем. Побежали, спрячемся вон там. Здесь не спрячешься. Стихия рада нашей встрече. А ты помнишь это место? Ну, конечно, мы же сюда с уроков сбегали. А я думал, что ты забыла. Нет, не забыла. Ну, видишь, какая у нас выходит экскурсия. Прошлое. Кеш, кончай опаздывать. Ну чего ты сразу стартуешь? Ну ничего. Сижу тут одна как дура, тебя жду.
Ладно, проехали. Смотри, они на сайт новые фотки выложили. Тринити колледж. Круто. Папина секретарь, что сегодня звонил. В общем, сдаем последний экзамен, проплачиваем и едем. Ура! Ура. Только вот я, скорее всего, что не еду. О, как это? Систер из Москвы приехала, уперлась в продаже дома. Денег нет. Коза. Кеш, подожди, а как я без тебя поеду? Ну, что-нибудь придумай, честно. В общем, так, умник. Убалтывай свою сестру. А то я одна поеду. Ясно? Ее болтаешь. Все. Девчонки, есть закурить? Расскажи мне что-нибудь. Лучше ты расскажи. Ну, а что рассказать? Закончил школу. Пошел в армию. Но это ты знаешь. В армии стрелял, получал письма от одной одноклассницы. А потом вдруг перестал получать. Не знаешь почему? У этой одноклассницы другая жизнь началась. В Москве. Один человек помог устроиться. Она вышла за него замуж. И куда делся этот человек? Не важно. А что важно? Thank you.
Ой, что случилось? Ты где была? Мы не будем продавать дом. Тем более сад. У вас тут разбилось что-то? Разбилось? Нет, ну все наши планы разлетелись на куски. Мы не будем продавать дом. Тем более сад. Да этому дому и тем более саду грош цена. В базарный день. Нам неслыханно повезло, что этот никчемный клочок земли понадобился Васнецову, который предлагает нам за это, ну, сказочную компенсацию. Ты понимаешь? Ты меня слышишь? Ладно, тебе наплевать на Машу, на Даньку, на меня. Мы чужие люди, я понимаю. Но Кеш, это ж твой родной брат. А? А ты подумала, на какие шиши он будет учиться в Англии? Об этом ты подумала? Я не могу, ну иди, ну вот иди, иди, спроси ее. Ну, ты что, вправду не понимаешь, что такого шанса больше не будет? А мне что здесь светит? Ты в свое время смылась в Москву и все. Я на бюджетном училась. Копейки никто не дал, все сама. Слушай, у тебя проблемы в Москве, да? Ну, конечно. Муж трахнул сестру. Она ведь не такая зануда, как ты. Кеша, Кеша. Что Кеша? Тебя, наверное, с работы твоей выгнали, да? Пинком под зад. Вот ты и решила вернуться сюда. В родовое гнездо. Так вот, гнезда больше нет. Вали обратно в свою Москву. Кеша! Кеша! Что Кеша? Ты неудачница, Нина. Ну, пойми, ну тебе же самой от этого будет лучше. Или, если ты хочешь долю своих денег. Ниночка. Здравствуй, девочка. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Да вы проходите, смотрите. А что за запах? Девушка, запах выветрится, а квадратные метры останутся. За такие деньги такая квартира надо брать, уйдет. Алло, мам, говори только быстрее. Я не знаю, какой бес в Нину вселился, уперлась. Хоть кол на голове тиши, срочно приезжай. Слушай, а без меня никак нельзя. Я тут как раз несколько хороших вариантов присмотрела. Если ты не приедешь, тебе эти варианты не понадобятся. В конце концов, ты эту кашу заварила, ты расхлебывай. Мам, только не начинай, а? Ладно? Ну, короче, я все сказала. Без ее согласия мы ничего не продадим. Если не хочешь, не приезжай. Ну что, не передумали покупать? Не передумала. Ну вот и чаек. Умом я понимаю. По-своему, они правы.
Внутри только как-то поссорилась со всеми. Это ж прекрасно. Прекрасно, что поссорилась? Да нет, что слышишь не только голос своего разума. Ну, иди-ка сюда. Так вот, погляди. Ну, вот здесь вроде бы все правильно, да. Домик, собачка, перспектива. Одни цепляют. Потому что рукой художника водил разум. А вот здесь вот три цветовых пятна. Даже трудно понять, что это. Ну, какое ощущение свежести. Яркий солнечный день, цветущий сад. Ощущаешь почти физически. Потому что писалось сердцем. До сих пор преподаете в художке? Да, нет, я давно ушел оттуда. Кстати, это твой рисунок. Смотри, с той стороны. Видишь? Нина Ильина, 12 лет. Когда ты слышишь сердцем, у тебя получается все правильно. А вот, смотри, 17 век. Настоятель монастыря не хотел мне отдавать. Говорит, у вас нет охраны, страшно. Икона, надо сказать, бесценная. Но когда он узнал, сколько стоит реставрация, ну, повздыхал, да и отдал мне. Да, кстати, насчет дома. Ты сходи в строительную организацию, напиши заявление, что я, мол, против продажи, вот и все. Народ, вот и шампанское. Наконец-то шампанское, знаешь, так нельзя долго нести шампанское. Так, давай. Раз за что пьем? Ну, раз за что? За Англию? За Англию! За Англию! За Англию! За Англию! За Англию! Ну что, когда вы едете? Да вот, последний этап остался и... Правда, Кеш? А я вот пойду к отцу на фирму работать. Буду богатым и свободным, а вам еще 1000 лет с этими учебниками париться. Угу. А мы отучимся, вернемся и купим твою фирму вместе с тобой, понятно? Не слышу. Видишь как? Правильно, правильно. Давай, по второй, давай. Давай мне еще. Больше, больше, больше. Так, молодежь, расслабляемся, значит. Привет. Привет, папа. Вовсю строим бизнес-планы. Ты не очень налегай. Кеша, друг мой, что ж такой невеселый? Да я веселый, все хорошо. Все хорошо? Угу. Ну, значит, хорошо. Я документы возьму и на работу обратно. Угу. А вы тут расслабляйтесь. Отдыхаем. Слушай, тут такое дело, в общем, у Кеши проблемы по твоей части. Какие же проблемы по моей части? Интересно. Пап, понимаешь, приехала его сестра и наотрез отказывается продавать дом. Да ну брось, быть этого не может. Я там такие отступные предложил, но намного больше реальной стоимости участка. Ну не могу же я достать из кармана деньги и дать твоему Кеше. Ну а его сестра отказывается и все. Кеша вообще думает, что у нее того крыша поплыла. У молодого человека дурная наследственность. Ну, я бы на твоем месте призадумался бы. Папа, я серьезно. Я тоже. Ну, что ему делать? Можешь утешить своего Ромео. Скажи ему, что наши крыши не плавают. Эй, все будет хорошо. Ha ha ha.
по какому вопросу? Что у вас? Это вам нужно к Виктору Андреевичу Васнецову, а его сейчас нет. А, знаете что, пройдемте со мной. Проходите, пожалуйста, в этот кабинет. Да, я вас слушаю. Здравствуй. Здравствуй. А ты что здесь делаешь? А я с заявлением. Ну-ка, давай. Ну, слава богу, наконец-то я в армии. Володь, подпиши тут. Сейчас, погоди. Вот, это срочно, меня сейчас... Сейчас, Мир, подожди. Нет, ты понимаешь? Я тут здесь строительством занимаюсь, но я попробую для тебя что-нибудь выяснить. Спасибо. Куда же ты исчезла? Я тебя искал, искал. Зачем? Ну как зачем? Нин, а там кафе есть? Может быть, кофе попьем? У меня как раз полчаса времени. Я не могу. Может быть, я тебя обидел чем-то? Что-то случилось? Володь, послушай, я... О, Володь, если ты мне сейчас не подпишешь, да, то работа станет. Там давай быстрее. Давай. Вот здесь, и все, для бухгалтерии и начальства. Ага. Все, все, все. Ага. Нет! У нее упрямства всегда на троих хватало. Как сказать, ладно, ты ей чужая, я чужая, но Кеша ее родной брат, единственный близкий человек остался. И такую подлость ему, ну за что? Даня, перестань скрипеть. Ты знаешь, вот этот такой остановившийся взгляд, как загипнотизированная. Ой, ничего, разберемся. Маш, я знаю, что подумала. Если с ними не получится, есть еще вариант. Какой? Нужно поговорить с управляющим компанией, ну, которая скупает участки, фамилия Васнецов, адрес я узнала. Так, Дань, ты перестанешь скрипеть, а? И чтоб с участка не ногой. Вот с ним вечно так. Обидится, спрячется, ищи его потом. А, кстати, Васнецов вдовец. Художник появился. Да? Последний штрих. По-моему, новые люди, это всегда хорошо. Привет. Привет. Привет, красавка. Привет. Привет. Смотри, класс. Вау, круто. Круто. Здорово. Здорово. Привет. Салют. Я Кеша. Я Женя. Очень приятно. Приятно. Слушай, Алена говорила, ты с ней в Англию собираешься? Ну, типа того. Молодчага. Ну, держи, студент, через это все москвичи прошли. Это что такое? Это бомба. Давай, давай, не дрейф, под язык клади. Это что, наркотик? Стимулятор. Ну, мы, короче, все попробовали. Ну, я тоже. Ну, давай, 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 давай. А теперь на трассу. Ну, поехали. Давай, давай, давай. На трассу. Давай, давай, давай. Нет, что случилось?
Малыш, ну только не сейчас. Что такое? Сейчас, не надо. Что, ну опять не заводится? Ну я не виноват. Ну... Блин. Чё, не заводится? Нет. Ален, подвезти? Не возражаешь, студент? Ну что, поехали? Ты догоняй! Адьос, амигос! Что-то случилось? Да, случилось. Давай мириться, а? Слушай, все совершают ошибки. Я не собиралась разрушать твою семью. Прости меня. Давай все забудем. Глеб тоже очень сожалеет. Подумай, что важнее, 3 года брака или какая-то случайная глупость? М? Ты права, 3 года сплошного брака. Нин, ну приедет Глеб, заберет тебя в Москву. Все наладится. Тебе ведь не мое прощение нужно. Ты любой ценой пытаешься добиться от меня разрешения на продажу дома. Ладно. Мы с мамой все поняли, обсудили, решили. Ты, естественно, тоже получишь свою долю. Естественно. Мне не нужны деньги. Это такая месть, да? При чем здесь месть? Тетя Нина! Тетя Нина! Тетя Нина! Тетя Нина плохое настроение, ей не до нас. Пойдем домой. Нина, присядь, присядь. Я твои вещи перенес в комнату. Так, поживешь пока у меня. Ну, а я в мезонине, у меня там кабинет. Ну вот, я тебя все-таки нашел. Привет. Нин, видишь ли, я поднял там все бумаги, и большинство жителей переулка уже получили компенсацию за свои дома. Так что снос домов, он неизбежен. Это огромный проект, там задействованы большие люди, бодаться с ними бесполезно. Понимаешь, я тебе могу помочь, Володь, что... извини, что побеспокоила, я поняла и про проект, про больших людей. Нин. И не нужно нам больше встречаться. Почему? Нина, Нина, я тебя нашел! Гань, ты что, опять без спроса? Бабушка, знаешь, как тебя будет ругать? Бабушка на работе, а мама красиво оделась и ушла. Да ты что? Ну, снимай свои рюкзак, давай, иди. Говорите. Здравствуйте, мне нужен Виктор Андреевич Васнецов. Слушаю вас. Виктор Андреевич, я сестра Кеши Ильина. Он с вашей Аленкой учится. Ждите у ворот.
Ну так что вы хотите? На самом деле, не самая удобная поза для общения. На самом деле, я очень спешу. Я тоже. Ну, садитесь. Так. Алена мне сказала, что у Кеши есть сестра, которая не хочет продавать дом. И... А у него две сестры. И вы та, которая против? Я та, которая за. А-а-а. И что же вы хотите? Вы человек, который разбирается в таких делах. Подскажите, есть ли способ решить вопрос без сестры? И в кратчайший срок. Вы хоть понимаете, о чем меня просите? Я прошу лишь совета. Саша, останови, пожалуйста. Вот. Этот человек, он может вам помочь. Большое вам спасибо. Пожалуйста. Ну, а сейчас, извините, у меня действительно нет времени, я очень спешу. До встречи. Угу. Папе в Австралию. Малыш, а твой папа разве в Австралии? А ты что, не знаешь, он уже там, в командировке. Малыш, Австралия очень далеко. И звонить туда очень-очень дорого. Вот, тебе принес. Ты только позвони. Да, ложись, потянись к ней, потянись к ней. Вот. На меня смотри, глазки дай, вот. Звонок. Отстань. Игорь, это заканчивай. Не улыбайся. Отдохнем. Алло, кто это говорит? Вне зоны. Неправда, ты им не звонил. Во-первых, в Австралии сейчас ночь. Нужно дождаться, когда у них наступит день. Но когда у них наступит день, у нас будет ночь. А что малыши делают по ночам? Спят. Правильно, спят. Да. Ну, не расстраивайся. Я тебе обещаю, я обязательно позвоню ему ночью, а потом тебе все расскажу утром. Идет? Идет. Нельзя было мне позвонить. Я полгорода обегала. Даня, идем домой. Прямо в угол. Я считаю до трех. Раз. Данечка, иди с бабушкой домой. Два, три. Алло, Игорь.
Салют, народ. Здорово. Привет. Здорово, мужики. Ты почему друг не брала, я тебя целый день ищу? А я что, должна перед тобой учитываться? Остынь, парень. Сам остынь. Тебя сюда никто не звал. Слушай, ну, за других не расписывайся, ладно? Правда, Кеша. Давай, брат, на позитиве. На минуточку, можно? Я не понял, что происходит. Кеш, ну не начинай, ладно? Ну не смешно уже, правда. Не смешно? А ты хочешь посмеяться, да? Ты что, Мика? Тебе смешно? Тихо, тихо, тихо. Все, успокойся, пожалуйста. Не смешно уже. А с тобой мы еще поговорим, мудак. Топай, топай, Отелло, аккуратно. Вот, пришли последние документы по землеотводу. Начинаем готовить площадку, все по графику. У тебя все? Все. Значит, все нормально? Никаких проблем? Нет, насколько мне известно. Мне известно, что жители Ипатьевского переулка выезжать из своих домов не собираются. Мне известно, что они даже организовали там какой-то уличный комитет. Я не знаю, откуда у вас эти сведения. С жильцами есть небольшие неприятности, но мне докладывали, что все разрешимо. С ними еще раз. Тугаев, мне надо, чтобы ты сейчас встал, поехал туда и сам лично во всем разобрался. Поговорил с людьми, и это понятно? Понятно. Виктор Андреевич, а можно мне тоже съездить? Тебе-то чего туда переться? Это ж не по твоей части. Ну? Я, впрочем, сейчас это не важно. Давайте. Здесь осечки быть не должно. Вперед. Добрый день. Здравствуйте. Наши дома. Мы будем разговаривать с каждой семьей в отдельности. Вот правильно. Что вы говорите? Давай ответим, надо поговорить. Послушай, я очень сожалею о том, что произошло. Это была чудовищнейшая ошибка. Что мне нужно сделать, чтобы ты меня простила? Ничего. Нет, послушай. Ну, как же Москва? Работа. Наш дом, в конце концов. Давайте успокоимся. И будем заниматься каждый своим делом. Здесь мой дом. Где здесь? На газоне элитного гольф-клуба? Ты фотографию отца не прислал с дня рождения. Помнишь? Ну да. Нин. Нина, где твое кольцо? Дух воды забрал. Привет, Кеш. Подрался? Нет. Кеш, у тебя неприятность? Угу. Родился не в то время и не в том месте. Да, хорошо там, где нас нет. А я хочу быть там, где меня пока нет. Нафиг тебе эта развалюха и этот задрыпанный сад? А ты что, не понимаешь? Она же нам мстит. Наслаждается своей властью, наконец может отыграться. Злая мачеха никогда не любила, сводная сестра отбивала мальчиков, а папочка все внимание уделял маленькому Кеше. Знаешь, кто ты, Нина? Ты мелкий, злобный хорек. Маша!
Нин, ну неужели ты не понимаешь, что дело уже даже не в нас, запущен механизм? С кем ты собралась бороться? Да уезжала бы ты вообще отсюда от греха подальше. Мам, что ты с ней разговариваешь? Видишь, она считает ниже своего достоинства даже повернуться к нам. Ты своей прихотью всех нас до беды доведешь. Нет, ничего, я не скажу. Ну чего ты уперлась? Я тебя очень прошу по-человечески. Кеш, ты ведь в Англию не за учебой едешь. За Аленой своей. Да пошла ты. Здорово! Есть разговор. Старик, я слышал, у тебя проблемы, могу помочь. Да остановись ты! Или боишься? Тебя? Нет. Ты зря на меня обижаешься. Аленка мне твоя не нужна. Я не для того из Москвы приехал. Ну, а я для чего тебе? Есть работа. Серьезные люди платят хорошие деньги. Хватит и на Англию, и на все остальное. Какая работа? Пойдем поговорим. Алёнин, привет. Как дела? Как там Данечка, мой сыночек? А у папы сегодня день рождения. Да. Алёнин, привет. Привет. Расскажи мне про него. Про Даню? Какой он? Что любит? Что говорит? Ну, он очень хороший мальчик. Чуткий. Трогательный, самостоятельный очень, убегает очень часто. Мультики любит. Рисовать. Про папу спрашивает. Нина, Нина.
ты не могла бы прислать мне его фотографию? Конечно. Ну что? Через неделю можно приступать к строительству. Ты готов? Володь, я тебе вопрос задал. А, Виктор Андреевич, а может не будем сносить вот эти три дома? У меня есть другое предложение, смотрите. Вот если засыпаем вдвоем вот здесь, тогда площадку переносим сюда, дорога проходить будет вот здесь, и дома сносить не нужно. Я тебя для чего послал? Чтоб ты решил проблему, а не создавал мне новую. Или я что-то не понимаю? Виктор Андреевич, ну там люди настроены действительно серьезно. Это правда. Если поднимется шумиха, вы просто можете потерять иностранных инвесторов. Вот это тебя должно волновать меньше всего. Твое дело строить быстро и качественно. Свободен. А как же люди? Свободен. Понятно. Значит так. Я ничего не хочу об этом больше слышать. Вопрос нужно решить до конца недели. Вы уверены? Решай вопрос. Хорошо. Привет. Я тут, ну, это, подумал, что ты сказала, и ты права, в общем. Извини меня. Чаю хочешь? Хочу. Тебе черный, зеленый? Черный. Значит, ты теперь здесь обитаешь? Ну, пока да. А потом? Не знаю. А это что? А, это икона 17 века, Борис Сергеевич реставрирует. А это? Рисунок мой. Художки когда училась, пока мама была жива. Подожди. Алло? Что? Пожар? Да, я еду. Наш дом горит. Поехали. Ставку надо закрыть. Кеша, быстрее! Да-да. Кеша! Да, бегу. Похоже на поджог. Что сделал? Ты. Я при чем? Да горит-то только у тех, кто уезжать не хочет. Вот три дома и горят. Соседи говорят, видели поздно вечером в переулке странных мужиков. Ночь на улице, они в солнцезащитных очках. Говорила, доведешь ты нас до беды. Вот так и получилось. Мы еле выскочить успели. Где Кеша? А?
Кеша! Здесь со мной. Нина! Нина, все живы? Нина, ты в порядке? Работу приехал принимать, они справились. Какую работу принимать? Ты о чем? Ты не в курсе? Зачем приехал тогда? Мне сказали, горит дом. Я очень волновался за тебя. Нина, ты, я правда волновался за тебя. Никогда больше ко мне не приходи. Привез? Деньги покажи. Давай сюда. Сначала деньги. А ты что такой подозрительный, Иннокентий? Добрее надо быть. Людям надо верить. Погоди. Тыльной стороной. Как видишь, мне ничего не стоит вернуть тебе шею, ничего не платить. Но я предпочитаю вести дела честно. Держи. Да, характер у тебя есть. Подумай, как его лучше применить. Кстати, может быть, пару тем для разговоров.
Не может, с меня хватит. Как знаешь, тогда мы друг друга не видели. А я грибов в лесу вообще не вижу. И мы выходим на поляну, и я смотрю, ну, такой бугорок там еще. Прошу простить меня великодушно. И игумен очень обеспокоен. О, а мы как обеспокоены. Я вот только не вижу здесь стоимости иконы. Посмотрите на обратной стороне. Ничего себе. Леша, попроси-ка снять копию. Ну что, Нина, написали, нет? Чудненько. Семен, можно тебя? Полюбуйся. Довольно подозрительные таблетки. Нина. Да. А почему вы уехали из Москвы? Домой захотелось вернуться. А почему остановились не дома у мамы, а здесь? Это никакого отношения к краже не имеет. Да, ну, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Пойдемте, пройдемся. Вам не холодно? Нет. Нина, вы наркотики не употребляете? Наркотики нет. Скажите, это ваши? Да, мои. Чудненько. Где икона? Ну, рассказывай, рассказывай. Кому передала? Кому? Ну давай, открывай. Давай, давай. Да вы что? Да садись, садись. Садись, садись. Да садись, вы что? Ничего. Ломка начнется, сама расскажешь. Думаешь, она? А что тут думать? Подсела на наркоту, деньги закончились, вот она и вспомнила о старом учителе. Пойдем, надо поговорить. А Кеша с Ниной очень близки, это же родные брат и сестра. Ну, может быть... Вы понимаете, пропала икона 17 века. Это кража в особо крупных размерах. Кеш, подойди, следователь хочет с тобой поговорить. Скажи мне, пожалуйста, когда ты последний раз видел свою сестру Нину? Нину? Не помню. Ну, при пожаре, наверное. При пожаре. А она не говорила, зачем она приехала из Москвы? Нет, а что? Не говорила. Замечательно, чудненько. Не говорила. А вы не замечали, что она ведет
себя последнее время как-то странно. Да все мы замечали. Это правда, ее в последнее время как будто как подменили. Давайте тогда на чистоту. Вы знали, что Нина принимает наркотики? Что? Нина? Наркотики? Да нет, ну она нет. Не знали. Чудненько. Чудненько, чудненько. Подпишите. Так что мы привлекаем ее по делу о краже иконы. Мера пресечения – содержание под стражей. Зачем под стражей? Киш, ну не лезь мне в свое. Подпишите. Дело. Подписывай. Да вы не волнуйтесь так. Не виновата, отпустим. Виновата, пойдет под суд. Так вот, уважаемые граждане Ильины. Ну все. Всего доброго. Как же я от вас, от всех устала. От этого сада, от этого дома, от вас, от всех. Ничего, скоро дом продадим, разъедемся, отдохнешь. Кстати, если не на подследствием, то, может быть, ее согласие на продажу больше не требуется? Слушай, ну ты стерва, Машка. Сестра в тюрьме, а ты только о деньгах и думаешь. Маш, ты действительно как-то круто забираешь. А кто виноват в том, что ее арестовали? Я? Ты? Может быть, Кеша? Вы посмотрите, что она здесь устроила. Может быть, про пожар напомнить? Ну, хватит, Маш, без тебя тошно. Какие жалостливые. Не смотри на меня так. Приехала эта выскочка, все здесь ног на голову поставила. Моя Ниночка, Ниночка. Она наркоманка наша, Ниночка. И воровка. Я Глеба теперь хорошо понимаю. Слушай, заткнись, а? Дура. Сам придурок. Значит так, Нинка хотела свою долю наследства, прекрасно. Быстро все продаем, делим. И пусть она тратит свои деньги на залог, на адвокатов, на дозу, на что угодно. Это единственное, чем мы можем ей сейчас помочь. Алена, это я пришел. Ты что здесь делаешь? О, какие люди. Салют. Слышь ты. Забери и отдай икону. Какую икону? Ты что, нанюхался? Женя, ты что делаешь? Ничего. Ничего. Все хорошо, малыш. Парень деньги зарабатывает.
Куда же ты летишь, балбес? Кеша, не ушибся, а? Отвали. Погоди, погоди, успокойся, Ки. Что я тебе разбил? Фару? На. Погоди, погоди, Кеш. Откуда у тебя столько денег? Пусти. Что случилось? Пусти. Да вошли вы все к черту. Да погоди ты, Кеша. Ну поверь мне, что бы ни произошло, все можно исправить. Ничего уже нельзя исправить. Кеш, Кеш, рассказывай все по порядку. Нину из-за меня посадили. Уходишь? Иди сюда. Так. Первое. Ты очень красивая. Второе. Мне с тобой было очень хорошо. Третье. Я хочу увидеться еще раз. И четвертое. Это обязательно произойдет. Мне пора ехать. Подожди. Скажи честно, ведь ты никуда не собирался со мной ехать? Малыш, давай без сцен. Честно, некогда. Послушай, ну... Тебе было хорошо, мне было хорошо. Ты помогла мне в моем деле, я помог твоему Кеше, но... Ну что не так? Ведь все хорошо. В каком деле я тебе помогла? Держи. Заработал. Папа! А ну иди сюда! Выезде из города поймаем. И что? Он на мотоцикле от тебя на раз идет. Вон он! Сюда. Кажется, он пришел в себя.
можно к вам? Странный вопрос. А сегодня вообще день странный. Точнее, вечер. Вот решил спуститься к вам. Там наверху суета, бегают все с бумажками, а у вас здесь тихо. Вообще-то меня никогда не подводила интуиция, но в случае с вами вы свободны, Нина. Икону нашли, преступников тоже, так что примите мои извинения. Принимаете? Принимаю. Чёрненько. Спасибо тебе. Да и тебе спасибо. Мне вообще твоя бурная жизнь очень нравится. От собаки бегала, друга встретила, с моста прыгнула. Дом чуть не сгорел. В тюрьме посидела. Но я знаю, что ты еще не делала. Чего? Ну, например, не была у меня в гостях. Приглашение? Приглашение. Поехали. Недостроен. Сапожник без сапог. Аккуратно. Извини. Ничего. Пойдем. Пойдем. Проходи. Я сейчас. Ну, здравствуйте. Вы проходите. Чай, кофе? Мой Володя такой несерьезный человек. Вы можете себе представить? Я жду его с 7 вечера. Юля? Чаю? Вы
Нина! Нина! Никакого чувства юмора. Юль, что ты здесь делаешь? Я соскучилась. Вот приехала. Звонить обзвонил, ты трубку не берешь. Вот решила устроить тебе сюрприз. Мы с тобой уже все решили? Что мы решили, Володенька? Да мы с тобой 3 года уже решаем. То одно, то другое. То сходимся, то расходимся. Давай просто выпьем чай и поговорим. Ты устал. Я же по глазам вижу, всю ночь не спал. Тебе нужно отдохнуть. Собраться с мыслями. Уйди, пожалуйста. Маша, я не могу, у меня через час отгрузка, ты понимаешь, отгрузка. Я понимаю, мама. Ну? У меня загрузка, у меня очень важная встреча. Для кого важная? Для всех, мам, для нас всех. Ой, Сатюша. Даня, ложись спать. Я не хочу спать. Тогда рискуешь оказаться в углу, дети должны днем спать, мам. Я опаздываю на московский автобус. Ой, ну ладно, ладно, я уложу, позвоню Кеше, чтобы он подстраховал. Да уж, он подстрахует. Нет, ну совесть есть. Кто из нас его мать? Так, ну не начинай, я тебя прошу. Быстро в постель, я сказала. Телефон забыла. В постели, закрывай глаза, быстро. Давай пистолет сюда. Укладывайся. Вот. Ну, что там у вас? Вот, пожалуйста. Ни дом, ни сад она продавать не хочет. Я не понимаю ее логики. Такая ситуация бывает только раз в жизни. Инвесторы предлагают серьезную компенсацию. Милая Маша, вы даже себе не представляете, что вытворяют, казалось бы, нормальные люди, когда дело касается вопросов наследства.
вообще считаю, что у каждого человека есть своя точка безумия, за которую он превращается в алчное животное. Если бы. С алчным животным можно хоть как-то договориться, а тут... Машенька, а хотите вина? Саша, давайте на мгновение забудем о всех делах и выпьем за вашу красоту. Здравствуйте, а мамы нет? Я Даня, а вы кто? Действительно, это правда. И я вам скажу, что это не единственный случай в моей практике. Да, была еще одна такая вредная старуха, которая прописала у себя в квартире 3 нелегалов и терпела их до самой смерти. Представляете? А все ради чего? Ради того, чтобы сестре ничего не досталось. Но вы уверены, что наша ситуация разрешима? Несомненно. И что же для этого нужно? Ладно, считайте, уже договорились. Вот и славно. Машенька, еще глоток вина за успешный финал нашего дела, да? Прошу. Асанте? Дань, вставай. Дань. Его здесь тоже нет, я иду в милицию. Нет, 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 ты никуда не уходи, ты побудь дома. Если он появится, пусть сразу мне позвони. Что случилось? Данька опять сбежал. А Маша где? Ну, она на встречу, у нее телефон не отвечает. Так он спрятался дома, наверное. Ну, нет его там. Так, давайте вы в милицию, а я на берегу поищу. Возьми папе. Ой. Может, пойти с тобой? Справлюсь как-нибудь без тебя. Ну, что ж ты никак не угомонишься? Наташа, и столько лет прошло.
Давай же, давай. Ну, возьми трубку. Ну, возьми. Девушка, девушка, вам туда нельзя. Мне твоя помощь нужна. Что случилось? Племянник пропал. Прости. Я завтра буду. Пойдем. Пойдем. Пойдем наверх. Таня! 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 Что с тобой? У меня ничего. Тебе плохо? Бывает. Так, эти тоже ничего не видели. Может, в лесничестве поискать? Во-первых, это не наш район. А во-вторых, ты представляешь, какая там площадь? И что тогда делать? На станцию поедем. Может быть, там его видели. Оказался. Заблудился. Заблудился. От дела. Так. Ну, а мама твоя где? Дома, наверное. Дома. Хорошо. Ну, а телефон у мамы какой? Вот такой. Такой? Ты юморист. Да. Ну, а папин телефон ты знаешь? Нет. Нет. Ну, как зовут его хоть? Игорь. Игорь? Точно Игорь, да? Алло, да. Кто это говорит? Данил Ильин, да, это мой сын. А, могу, но я в Москве. Часа через два, да? Да, конечно. Конечно.
Ну что, тебе уже лучше? Идти можешь? И часто тебя так прихватывает? Тебя вижу и сразу прихватывает. То с моста упаду, то в обморок. Да нет, я серьезно. Ну, может, там врачу показаться. Хорошо, все, могу уже идти. Игорь? Слава Богу. А где ты? Хорошо. Нашелся? Ну, пойдем. Это ты, что ли, Игорь, будешь, а? Я? А где он? Что ж ты, папаша, сынка-то своего не доглядел, а? Так вышло. Так вышло. Что-то легко у вас, у молодых, так все получается. Так а где он? Ладно, ладно, не ори. Там уснул. Давай, поднимайся. Он тут про тебя много порассказывал. А это правда, что ты в Австралии работал, а? Да, далеко ж ты от сыночка забрался-то. Ну, теперь давай, не теряй, забирай. Значит, мы сейчас в отделении разошлем ориентировки, а завтра с утра продолжим поиск. Нашелся он с тобой? Кто? Даня. Как со мной? Он же с тобой. О. Что случилось? Он сбежал, да? Ты где была? Где была? Ты куда смотрела? Я куда смотрела? Нет, мне нравится, это ты куда смотрела? Ты ребенка вообще совсем не занимаешься, ты мне его подбрасываешь все эти годы. Значит, я во всем виновата, да? Да ребенок брошенный, растет, ненужный никому. Вот он избегает, то маму ищет, то папу. Можно подумать, ты мной много занималась, только о своих мужьях и думала. Замолчи. Ты что ты мне дала, что все самой приходится добывать? Даже этот сраный дом продать не можем! Почему на звонки не отвечаешь? Телефон дома оставила. Да. Игорь? Какой Игорь? Да не. Алло. Скоро приедет. Ты знаешь, я хотел поговорить с тобой про ту девушку. Не надо, Володь. Ну, не нужно это как-то объяснить, мне будет проще. Володь, не надо. Прошу тебя. Ладно. Посидим, помолчим. Thank you.
Может, завтра увидимся? Не знаю. Ладно. Тогда увидимся. Когда увидимся? Договорились. Угу. Заходишь. Спасибо. Абсолютно нормально выглядит. Нет, ну, мы его не расспрашивали, он спит сейчас. Завтра? Да, конечно. Спасибо. Спокойной ночи. Завтра сказали приехать к ним в отделение. Дать показания. И как вы тут живете? Дом горел, света нет. Да его только сегодня вырубили. Выживают. Кто выживает? Сносят нас. Тут элитный загородный клуб будут строить. Понятно. Знакомая история. А что можно сделать? Ничего. Поджог. Это только начало. Такие ребята ни перед чем не становятся, я таких знаю. Ну вот. Делайте, что хотите. Алло, Кеш, не спишь? Ты не мог бы ко мне приехать? Ко мне. Я тебя очень прошу, мне очень нужно. Нет, папа не дома, он в больнице. Уйти до того, как он проснется. Почему? А что мы ему скажем? Он ведь думает, что ты в Австралии, у тебя там контракт.
Скажем, что контракт закончился и папа вернулся. А потом что будем говорить? Что у папы новый контракт в Антарктиде? Скажем, что папа соскучился и больше не хочет заключать контрактов. А чего ж папа хочет? Чтобы мы жили вместе. Втроем. Ну, хотя бы попробовали. А не поздно пробовать? Маш, ты знаешь, мне кажется, мы все виноваты в том, что было. Но для меня главное то, что будем дальше. Ты Даню нашла? Да. Все хорошо. Ну, слава богу. Я его тоже искал, искал, на велосипеде объездил. Целую округу. Извините, я не могу говорить. Зачем извиняться? Я все прекрасно понимаю. Ничего вы не понимаете. Ну вот я пришел. Прости меня. Прости, пожалуйста. Ну что ты? Ален, все будет хорошо, успокойся. Бабушка, бабушка, вставай! Что случилось? Что? Папа приехал, мы уезжаем. Как уезжаем? Куда уезжаем? А? К папе в Москву. Мы теперь там будем жить. Доброе утро. Здрасте. Мам, мы уезжаем. Маш, ты уверена? Маш, ты уверена? Пойдем поговорим. Игорь хочет, чтобы мы поженились. Я ему дала месяц испытательного срока. Ты не волнуйся, мам. Маш, ну это как-то все так быстро. Да наоборот, сколько можно ждать? Я вообще подумала, если бы Игорь появился чуть раньше, и дом можно было бы не продавать. Ну чего, столько лет прожили. Ты что, издеваешься? Нет. Мы всю ночь не спали. Говорили, говорили. По саду гуляли. Детство вспомнилось. Чипите наш в саду, помнишь? Все-таки хорошее было время. Я с вами с ума сойду. Сначала Нина, потом Кеша, теперь ты. Я для вас стараюсь, вам, оказывается, ничего не нужно. Ну, мам, успокойся. Тебе что, деньги не нужны? Нужны, нужны. Или ты думаешь, я очень хочу отсюда уезжать? Мам, ну, в какой-то веке у меня жизнь начала налаживаться, а ты? Ничего не понимаю. Проснулась.
Ну, вот и хорошо. Как ты себя чувствуешь? Ничего. Надо было тебе скорую вызвать. Зачем? Ну, а вдруг у тебя что-нибудь серьезное? Серьезнее некуда. Угу. Ну, и кто ж тебе это сказал? Два солидных врача. Они не знали, что я слышу их разговор, поэтому были предельно откровенны. И какой диагноз? Неутешительный. Мне долго жить осталось. И ты что же, о своей болезни никому не сказала? Надеюсь, вы тоже не скажете. Нет, нет. Так нельзя, Нина, так нельзя. Надо что-то делать, Нина. Вот и заварите мне ваш вкусный травяной чай. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Виктор Андреевич, да. Все в порядке? Пожалуйста. Угу. С моих слов записано верно, и мной прочитано. Благодарю вас. Выздоравливаете? Спасибо. Ну что, Алён, проходи. Садись. В ногах, как говорят, правды нет. А я очень хочу знать правду. Хочу услышать ее от тебя. Это все, ничего не забыли? Да вроде ничего. Все проверил. На антресолях ничего не забыли? Все, вроде ничего. Ну, а как ты думаешь, может, заберем этот реликт? Зачем? Купим новый. Машинка уже приехала. Вставай, вставай, вставай. Я позвонил своему школьному другу, его брат, кардиохирург. Работает в Москве в институте Бакулева. Он ждет нас сегодня вечером, так что собирайся. Не поеду. Поедешь. Это не обсуждается. Так что разговор окончен. До автобуса полчаса.
когда я приду, чтобы ты была готова. Все. Кеша украл икону, когда их дом горел. Кеша сказал, что это сделали те, кто хотел там строить. То есть твоя фирма. Но ведь этого не может быть, правда? Папа, ты меня слышишь? Это не ты? Конечно, нет. Но я разберусь. Обещаю. В общем, он долго колебался, и когда понял, что дом горит, денег не будет, и я уеду, он… В общем, он это все из-за меня, понимаешь? Понимаю. Ромео Джульетта, блин. Пап, ты… ты что делаешь? А ты что делаешь? Тебе нельзя. Нельзя. Сейчас как мать точно. Алло. Алло, Володь. Давай быстро ко мне в больницу. Разговор есть. Все, Ленушка, ступай. Все будет хорошо. Пока. Увидимся. Ну, как самочувствие? Да нормальное самочувствие. Так как ты хотел изменить проект, чтобы оставить эти дома в переулке? Показывай. Виктор Андреевич, у нас не курят. Это больница. Наденька, вы сегодня такая красивая. Так, я главврачу. Вот, Виктор Андреевич, и вот это решение проекта нам даже будет экономически выгоднее. В общем, мне это твое решение нравится. Давай, звони. Техника должна была уже выйти. Сносу подлежат в первую очередь те дома, которые горели.
Ну давай, звони, звони. Пока эти терминаторы не разнесли все там вдребезги пополам. Виктор Андреевич, ну что опять? Что же вы делаете? Вы когда-нибудь видели легкие курильщика? Даже сажа сплошная. Алло, слушаю, говорите. Говорите. Скажи что-нибудь. Что тебе сказать? Что угодно. У тебя что-нибудь случилось? Нет. Просто голос твой захотел услышать. Слушай, Нин, я не до конца понимаю. Чего ты хочешь? Ничего особенного. Ты еще здесь? Володя, должна сказать тебе. Ты где? Я сейчас приеду. Не надо. Что у тебя там грохочет? Машина какая-то за окном. Ты где? Дома. Ну где это дома? Уходи оттуда, Нина, я сейчас приеду. Я люблю тебя. Нина, уходи из дома, слушай! Сейчас же уходи из дома, я еду, прям, Нина! Алло, Нина! Алло, Нина! Thank you.
Ты что делаешь? Вырубай свою дуру! Вырубай! Что делаешь, идиот? Я тебе говорю, останови! Кеша, где коробка с моими вещами? Понятия не имею. А ты случайно мои не видела? Это не смешно. Не на работу, а вещей нет. Ну так иди так. Переживут твои лесорубы. Нет, это невыносимо. Мам, ну а что ты хотела? Новый дом. Они имеют полное право работать до 9 вечера. Я здесь с ума сойду. Алло. Да, я. Что? Мам! Что? Володя звонил. Нину завалило стеной нашего дома. Она в больнице без сознания. Нет, а как завалило? А как она там оказалась? И мы же с тобой... Так, где мои вещи? Куда ты их дел? Мам, не знаю я. Мне надо переодеться, ты же понимаешь, я не могу так ехать. Здравствуйте. Здрасте. А мама дома? Зачем ты пришел? Знаешь, мне очень нужно с тобой поговорить. А мне нет. Зачем ты пришел? Зачем он пришел? Мне нужно поговорить о Нине. Она очень больна. Я уже все знаю. Откуда? Мне некогда. Я спешу к Нине. В больницу. В какую больницу? Говорят, что ты завтра уже можешь идти домой. Я решил воспользоваться твоим неподвижным положением. А то опять куда-нибудь убежишь. Выходи с меня замуж. Мне нужна тебе такая жена. Ты шутишь? Thank you.
Другие люди в белом делали обследование моего сердца. У меня смертельная болезнь. Что за бред? И мне нелегко говорить это тебе. Давай бежим отсюда. Ладно, я, наверное, пойду попытаюсь что-нибудь разузнать. Ты мне одни несчастья приносишь. А я тут при чем? Если бы она к тебе не сбежала, ничего этого не было бы. Ты же сама ее прогнала. Ну, ладно. Воды дай. Я не знал, что он настолько знаком с Борисом Сергеевичем. Я с ним знакома с самого детства. Он мой брат и твой дядя. Ты шутишь? Какой еще брат? Родной. А почему ты нам ничего не говорил? Знаю. Он просто хотел забыть. Почему? Потому. Я ему жизнь сломала. Молодая была глупая, секретарь райком комсомола. Он среди художников крутился и стал диссидентом. Ну, ты, наверное, не знаешь, что это такое. Ну, я догадываюсь. И когда их всех арестовали, я могла его вытащить, но не стала. Почему? Потому что это были мои убеждения. За свои ошибки нужно отвечать. И он ответил. Семья распалась, 7 лет в Сибири провел. И что, столько лет вы не общались? Ну, я не знаю, что я должна ему сказать, чтобы он меня простил. Я сама себя простить не могу. Все хорошо. Знаешь, мне сейчас так легко. Как будто другая жизнь началась. Только обещай, что в этой другой жизни ты будешь слушать только меня. Нет. Я буду слушать свое сердце.
Я не дам тебе умереть. Однажды некий восточный мудрец принес своему ученику мешок картошки и сказал, чтобы тот на картошинах написал имена людей, которые нанесли ему обиду. Ученик все это сделал. Тогда учитель сказал собрать эти картошины в мешок и носить этот мешок за собой, не расставаться с ним ни днем, ни ночью. Прошло 3 дня, и взмолился ученик тяжело. И тогда учитель сказал: а ты выбрось эти обиды. Зачем тебе носить их с собой? Так вот, я хочу выпить за человека, благодаря которому мы избавились от прежних обид. За Нину! Все-таки я не понимаю, как можно выписать с таким диагнозом человека из больницы, никому ничего не сказать. Я не могу понять, как одному человеку можно было поставить 2 диаметрально противоположных диагноза. Не 2, а 3. Как это? Ну так, одни врачи говорят, что у Нины смертельная болезнь. Другие говорят, что она в латентной форме. В какой форме? Ну, это вскрытие. Вскрытые формы. А третьи говорят, что у нее вообще ошибочный диагноз. И это никакая не смертельная болезнь. Главное, что в течение года не было ухудшения. И смею предположить, что так будет и дальше. Видимо, влияние чудотворной иконы, которая была у меня в реставрации. А может, ракетная база, которая рядом с городом? Ну ладно, ладно. Вот ты зря иронизируешь. У нас здесь, между прочим, места целебные. Даже собираются в санаторий строить. Да. Только я одного не могу понять. Зачем в свой день рождения нужно было ехать делать еще какой-то снимок? Ну, если решили, значит, так надо. Ну да, давай теперь во всем слушать свой внутренний голос. Простите меня. Я могу слушать только голос своего желудка. Я же на здоровье. О, Нина! Так, промокшим требуется порция сидра. Да, да, да. Ну не давите. Что? Кто показал снимок? Что врачи говорят? Врачи говорят? Врачи говорят, что будет мальчик. Какой мальчик? Ура! Ура! Thank you.
Thank you.